Добрый день, приветствую здесь коллег в студии информационного агентства «Татаринформ», приветствую интернет-зрителей. Вашему вниманию очередная видеоконференция. 26-30 мая в Казани пройдут большие гастроли театра имени Чехова. Собственно, расскажет нам об этом наш сегодняшний гость, наш старый добрый товарищ, это продюсер Денис Валеев. Но первый вопрос все-таки, Денис, а не по поводу гастроли, который вот мы сейчас заявили как инфоповод. Первый – это то, что я вас сейчас здесь первый раз вижу уже в новой ипостаси. Дело в том, что Денис – человек, который подарил нам многих-многих гастроли, многих известных звезд, на самом деле сейчас уехал в Москву. Ну, расскажите вот об этом. Половина Казани ездит в Москву на работу и возвращается. Я хотел бы сказать, что бывших казанцев не бывает. И этот проект, который вы видите перед своими глазами, и следующие проекты, которые мы чуть позже расскажем тоже, на новых пресс-конференциях. Это именно часть той работы, которую я сейчас веду, и это здорово, что можно видеть что-то новое, интересное в Москве, достойное Казани, и предлагать нашему городу. Поэтому, если вы не против, я хотел бы остаться тоже жителем Казани. Мы рады это слышать, потому что... И работать в Москве тоже параллельно. Спасибо. Значит, по поводу гастролей, хотелось бы узнать, как давно вообще Казань видела последний раз вот театр Чехова, откуда вот появилась идея именно театр Чехова. Расскажите подробнее, пожалуйста, вот саму вот историю. Театр имени Чехова – это первый частный коммерческий театр, который появился в России с первыми вихрями перестройки. И в этом году он уже отмечает свое 25-летие. Это антрепризный театр. То есть это самый первый в России театр, который дал возможность артистам не только по своим там, основным должностям выступать, но и зарабатывать. То есть это вот то самое веяние нового времени, когда артисты начали видеть, что они не только признание получают на сцене, но и зарабатывают деньги, чтобы сохранять свой, придерживаться достойного уровня жизни. По моей информации, этот театр не был в Казани никогда, в отличие от Геннадия Хазанова, который впервые появился в Казани около 20 лет назад, потом случайно оказался на фестивале «Филармониада» пару лет назад. Но проблема была в том, что маленький зал филармонии не мог всех вместить, желающих его увидеть. И расстались все, естественно, с сожалением, что ну, как мало, и билетов было не достать, и за те билеты, которые оставались, тоже был ну, беспощадная битва была, выражаясь мягко. Вот. И в этом году, этой весной, нас ждут, наверное, самые смешные гастроли в истории нашего города, потому что мы везем уже состоявшиеся успешные комедийные спектакли, прекрасно известные всей Москве, которые до сих пор идут с успехом. Огромную благодарность Геннадий Викторович хотел бы выразить президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Миниханову, который лично поддержал этот проект. Именно благодаря его поддержке у нас цены на эти спектакли, цены на билеты на эти спектакли находятся на очень низком социальном уровне. То есть от 800 до 4500 рублей. Если вы попробуете купить билеты на эти спектакли в Москве, то верхняя планка билетов на спектакли Хазанова в Москве доходит до 15 000 рублей. Это официально. Вот. Поэтому это такой подарок нашему городу в наше непростое время, учитывая весенний авитаминоз, непростую международную ситуацию. Я думаю, что это прекрасный повод улыбнуться для всех казанцев. И целых 5 спектаклей – это очень хорошая доза юмора и оптимизма. Потому что Геннадий Хазанов, в первую очередь, это, конечно, лицо общенародной любви в нашей стране. Источник постоянного оптимизма и улыбок. Хотя, конечно, как юмориста мы его знаем чисто по, ну, уже по наитию, наверное, по его ранним телевизионным работам, потому что кто-то считает его юмористом, но на самом деле Хазанов перестал выступать шутками на телевидении с конца 91-го года. С тех пор он работает только в театре, иногда появляется на каких-то юбилеях в определенных ролях. То есть он поздравлял своих друзей-актеров с юбилеями, и в образе Иосифа Виссарионовича Сталина, и в образе героя-полковника, и в образе кого только он не изображал. Люди, народ до сих пор путается, юморист он или актер. На самом деле он директор театра эстрады,
который постоянно востребован и все время выступает в спектаклях, в основном в спектаклях театра имени Чехова. Спасибо, вопросы есть. Юлия Ревина, Татаринформ. Здравствуйте, хотелось бы уточнить, что запланировано помимо спектаклей в рамках гастроли в Казани? Может быть, состоятся какие-то мастер-классы, встречи со зрителями? Мы хотели бы обязательно организовать встречу нашего главного актера, лица этих гастролей, Геннадия Викторовича Хазанова, со всеми журналистами казанскими. Мы постараемся уговорить его приехать пораньше. А уже что возникнет по ходу пьесы, конечно, эта личность вызывает огромный интерес у театральной тусовки города Казани. Все хотят с ним пообщаться, увидеться, прикоснуться, потому что это легенда. Это он сам человек-спектакль, а тут он приезжает с целой труппой, и на каждый спектакль это отдельный КАМАЗ декораций едет. Причем это полноразмерная еврофура, то есть декорации обещают быть очень серьезными. Практически мы получаем здесь, в Казани, Московский театр с полным набором декораций, без каких бы то ни было выездных ограничений. Москва приезжает в Казань. То есть правильно понимаем, то, что помимо спектаклей казанцы смогут, и не считая журналистов, казанцы смогут побеседовать и даже поучаствовать в автограф-сессии? То есть такое ожидается? Вот это я не уверен, практикуется ли вообще автограф-сессия, но обязательно общение будет, потому что он как театральный деятель, на самом деле, 10 минут общения с ним для любого актера, начинающего режиссера в Казани – это огромное, очень полезно и огромный опыт. А может быть, обсуждались вопросы мастер-классов для студентов Института культуры и искусств? Пока не обсуждались. Но спасибо за хорошую идею. Спасибо. Можно еще одну идею вам подарить? В Казани есть кулинарный техникум. Вот не хотели бы вы свозить на искусство? А он до сих пор работает? Да. Обязательно свозим, конечно же. Спасибо. Адрес, пожалуйста, дайте. Или, я его найду точно. Честно говоря, не знал. Вроде бы казалось, что у нас кондитерская фабрика уже все, прекратила свое существование, казалось бы. Угу. А где он находится? Спасибо большое. Все туда. Сразу. Здравствуйте, Первый городской канал, Оксана. Скажите, пожалуйста, вот можете несколько слов вот об этих спектаклях, которые вот привезут артисты, да? Они, говорят, славятся вот необычными своими какими-то креативными решениями художественными. И помимо этого, вот какой состав будет? Эти спектакли, на самом деле, классика театральной сцены у Москвы. Это никакой не авангард, это золотой фонд комедийной российской театральной сцены. Описание спектаклей, в принципе, вещь неблагодарная, потому что надо отдельную проводить пресс-конференцию и рассказывать, вот в этом спектакле раскрывается там житейская ситуация такая-то. Каждый спектакль интересен по-своему, и не везде видно, что отрабатывается традиционная комедийная история, там вот герой-любовник, мужчина-женщина. Очень часто мы видим гораздо более глубокий юмор, иронию и социальную сатиру. И на самом деле Геннадий Хазанов, он как раз мастер юмора, который переходит в сатиру и прямо в душу попадает человеку целого зала. То есть это очень часто это смех, часто смех сквозь слезы. Извините, что просто у меня есть описание спектакля, я вам дам после пресс-конференции. Просто крутые виражи, это интересно тем, что пьеса была написана для Алена Делона и переписана на русский язык, переведена и сыграна Хазаном. Вот интересно, да, насколько это огромная ответственность играть то, что создавалось для Делона. «Ужин с дураком» – это очень известный классический спектакль. Просто мероприятие вечернее среди друзей и задание для каждого, как фант, что каждый должен привести дурака и продемонстрировать его. Тоже достаточно смелая идея. «Морковка для императора» – это прекрасный спектакль для тех, кто в настоящее время упивается своей властью и чувствует себя настоящим Наполеоном. Вот. Этот спектакль расскажет о том, что с Наполеонами случается, когда угасает сияние власти вокруг и остаются нормальные люди вокруг. Вот. Все как у людей, я думаю, что это очень понравится прекрасной половине казанцев тем, что это настоящий такой комедийный, любовный спектакль,
юмористический, то есть смеяться там будут все. И все почувствуют, что это отчасти и про нас тоже спектакль. Вот. Спектакль «Забор» тоже очень известная в Москве работа, и очень здорово, что Казань наконец ее увидит, потому что там играют очень известные артисты, не только по театральной сцене, но и даже те, кто вот ничего, кроме шоу «Шесть кадров» не смотрит. Даже эти люди узнают там кого-то, известно себе, с новой стороны, более глубокой, потому что телевидение не раскрывает все, а сцена раскрывает все, и там невозможно обрезать что-то, невозможно сделать монтаж, переозвучить. Там все вживую, и это самое чистое искусство. А какие артисты приезжают, вот помимо Геннадия Хасанова? Список у меня есть, я вам передам. Хорошо. Спасибо. Так, вопросы, коллеги, есть? Пожалуйста, представляемся. И все артисты есть на сайте чехов.ру. Это сайт театра. Вся труппа там перечислена. Вот. Очень удобно. С фотографиями. Телекомпания «Казань». Марьян меня зовут. Скажите, пожалуйста, вот премьера спектакля «Забор», да? Это впервые в Казани? Впервые, да? В Казани, премьера. Да. Но вообще вот спектакль в Москве показывался, да? Он с аншлагами идет в Москве. И все эти спектакли, они очень популярны в Москве. Именно поэтому мы их и выбрали, что это самые прославленные работы, которые, ну, являются золотым фондом театра. Здесь не место для экспериментов, мы везем самые лучшие. А скажите, пожалуйста, у вас вот спектакли в разных городах России в связи с 25-летием или просто то, что вы житель Казани, то заинтересованы были и привели сюда? Вот, что вас привело сюда? Вот такое? На самом деле к Казани есть интерес как к культурной столице России, и очень легко было договариваться по поводу этих гастролей. Театр выразил заинтересованность выступить в Казани достаточно давно, и очень здорово, что наш президент это поддержал. Вот. Не во всех городах России эти гастроли проходят, потому что это достаточно серьезный проект, и не во всех городах, ну, оказывается такая поддержка. Да, пожалуйста. У вас на афише 6+. Это та публика, которая будет понимать вот эти спектакли? Та публика, которая готова идти на эти спектакли? На самом деле, да. Потому что, ну, там ничего шокирующего для тех, кто старше 6 лет. Это тюз имени Чехова или просто театр Чехова? А как трактовать закон? То есть что должно быть в спектакле, чтобы он был 18+. Я не знаю, откуда берутся цифры. 6+, 7+, 8. Вот критерий какой? Микрофон передайте, пожалуйста, тоже сейчас. Там нет ничего такого предусудительного, значит 6+. То есть, когда начинаются какие-то взрослые игры, и голые люди бегают по сцене, конечно, там уже 18+. Тут не страшно прийти с ребенком. Все. Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте. Ольга Галадзе, «Казань-фест». Скажите, пожалуйста, как всегда, вопрос про райдер. Какие особые требования есть у актеров театра Чехова? Ребят, мы говорим о российских театралах. То есть там ничего такого нет. Это наши люди, они такие же, как мы. Никаких вычурностей, ничего такого нет. То есть экзотики мы тут не видели. Это же не иностранцы. То есть они прекрасно понимают. И по туру у нас есть технические требования, с которыми прекрасно справится сцена театра «Камала», который сейчас является, наверное, самой современной театральной площадкой в городе по свету, по звуку из того, что у нас есть. А то, что касается бытовой стороны, там все очень душевно. И, ну, как в гости приезжают. Грубо говоря, когда к вам приезжают друзья, они же не присылают райдер. Они говорят, что, ну, можно я приеду? И все. Родственников не выбираешь, а вот друзей выбираешь. И поэтому тут все проще. И все очень базово. Никакой вычурности нет. Это простые люди, и Геннадий Викторович в том числе. Вообще, чтобы кстати, понять, с Хазановым? Я лично нет. Я профессиональный организатор, я редко вижу артистов, это его ближний круг. Но чтобы узнать его лучше, можно просто в Ютьюбе набрать. Самая интересная его работа, это, конечно, не театральная работа, но на НТВ выходила программа «К барьеру», где он один на один беседовал, если дискутировал с господином Жириновским. И реально он там его победил по красноречию, по всему, да, по аргументации. Это просто звездный эфир, я рекомендую посмотреть, чтобы понять, кто к нам едет. Это, наверное, ну, самый главный острослов России из интеллигентных, да, кто на этом, ну, сделал себе имя. Спасибо, коллеги, вопросы. Я хотела бы тогда уточнить один момент сейчас. А по декорациям вы сказали, что это вот тоже так масштабно, грандиозно. Не знаю, может быть,
там фонтан будет бить, что-то такое оригинальное. Нет, лошадей и фонтанов нет, просто интерьеры, но интерьеры такие. То есть у нас же есть антрепризные спектакли, когда приезжает в город труппа, чемодан, им нужны 4 стула, и вот они работают. Тут серьезнее, просто интерьеры, настоящие интерьеры. Более того, Геннадий Викторович некоторые декорации, вот он играет, какие-то декорации участвовали в спектаклях. Как они туда попадают? У него есть дом, и для одного спектакля он просто взял свою личную мебель, привез, и Ширвиндт потом отзывался, когда они играли вместе в этом спектакле, он сказал, что, слушай, ну так комфортно, так хорошо, как будто мы у тебя дома, в гостях, вот играю, так удивительное чувство дома. И это очень артистам помогает, театральным, которые работают не первый год, знают друг друга долго. Зачем покупать декорации? Привозишь из дома, и твои друзья, которые с тобой на одной сцене, чувствуют себя гораздо комфортнее. Интересный ход. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а началась ли уже продажа билетов? Сколько они будут стоить и где можно приобрести? Ну, билеты можно приобрести по всему городу. Я надеюсь, что очень скоро их можно будет приобрести не только в традиционных кассах билетных, но и на портале государственных услуг. Вот. Они продаются, наверное, с Нового года. Билеты, как я, наверное, уже говорил, от 800 рублей до 4500 стоят. Вот. Я считаю, что это очень доступно. Это серьезная работа с ценами, с доступностью спектаклей для наших казанцев. Ну, а как вы думаете, сами оценивая, вы, будет здесь спрос в Казани большой, ажиотаж, может быть? Ну, вот прогнозы все равно какие-то делаете? Ажиотаж. Или уже у нас такая искушенная публика, капризная, что... Ну, чем она искушена? Давайте посмотрим сейчас на афиши. Да. То есть, публика у нас очень разная, и кто-то вообще не театрал. Но секрет Хазанова в том, что он и театральный персонаж, и телевизионный. И публика будет очень разная в зале. Это будет и свет казанской интеллигенции, и в то же время люди, которые, в принципе, редко бывают в театре. Это те самые люди, которым иногда приходится объяснять, что вот есть гардероб, там, и вот эта программка. То есть, ну, это очень полезно, такие гастроли проводить, потому что в театр попадают люди, которые обычно в театр Камала тот же не попали бы никогда. А тут они заходят внутрь и видят, что ой, изнутри какая-то красиво. И буфет очень неплохой. Да. Но это было много раз, я просто видел именно с такими спектаклями, потому что комедия объединяет все слои, и супербогатых, и простых. Позитив нужен всем, особенно в наше непростое время. Спасибо. Вопросы, друзья? Пожалуйста. Много ли осталось в продаже билетов? Вы говорили, с Нового года идет. Ну, билеты есть. Все нормально, еще 2 месяца до гастролей, все хорошо. И наш казанский зритель, он тем и искушен, что просыпается в конце особенно активно. Сейчас мы заметили, что вот снег начал таять, и наш зритель тоже проснулся. Вот. А так, в принципе, по городу мы видим, что мероприятий достаточно много заявлено. Некоторые из них отменяются. Вот. В нашем случае такое даже не рассматривается, потому что в любом случае они пройдут. И я думаю, что всем понравится. Спасибо. Следующий вопрос. Тимур Давлетшин, ТАТ-центр. У меня такой вопрос. Если судить по афише, в премьерном спектакле Геннадий Хазанов не участвует. Почему? Ну, он дает другим артистам посолировать. Это новый спектакль. И театр Чехова – это не только Геннадий Хазанов. То есть на сайте можно посмотреть, что там задействовано очень много известных лиц. Вот. И, наверное, это его выбор. Давайте, когда он приедет, спросим, почему он не играет в заборе. Я не думаю, что это принципиальная позиция. Просто это театр Чехова показывает, что Хазанов там занимает достойное место, но он не единственный. То есть есть там и другие солисты, и театр развивается. Это не театр одного актера. И мы ни в коем случае не везем к вам стендап-комеди от Геннадия Хазанова, который будет в костюме играть Геннадия Хазанова. Нет. Удивительно, что в каждом спектакле, который здесь есть, он играет все-таки не Геннадия Хазанова, а разных людей. То есть это надо уметь, потому что сейчас мы работаем, живем в медийной среде такой, в киноискусстве, везде, когда, ну, по хорошему счету, некоторые звезды играют во всех фильмах одного и того же человека. Ну, как Вин Дизель, там, Брюс Уиллис и так далее.
Ди Каприо, так или иначе. Один и тот же парень, который не получает Оскара. Вот. А здесь иначе. Именно школа, театральная школа Хазанова, она как раз позволяет ему перевоплощаться, и он не боится это делать, потому что он театрал. Он, когда каждый раз ему говорят, что вот, вы такой смешной человек, вы известный юморист, он даже немного обижается, потому что он говорит, с начала 90-х годов я не юморист, я монологи не читаю и не конкурирую с ребятами в телевидении. Вот. Но до сих пор тянется шлейф с славой. Вот. А он уже работает Васю по системе Станиславского, и он может сыграть кого угодно, что угодно. И каждый спектакль по-новому ему показывает. Спасибо. Есть у вас еще вопрос? Да, есть вопрос. Почему выбрали площадку Театр Камалы, и есть ли какие-то льготные билеты на спектакль? Что значит льготные билеты? Ну, для студентов, для пенсионеров. Ну, билеты и так достаточно доступные. Если какие-то группы студентов, заинтересованные ко мне обратятся, мы обязательно все рассмотрим и постараемся им помочь, потому что это очень дорогой проект, и надо отбить все расходы по гастролям. Но что-нибудь мы наверняка придумаем, если найдется группа там из 100 студентов или 100 пенсионеров. О журналистах мы тоже позаботимся, потому что мы понимаем, что вы не олигархи, и постараемся сделать все возможное, чтобы вы на этих спектаклях были. Еще какой был вопрос? А, Театр Камала? Потому что это на самом деле очень удобная театральная площадка. Все любят там работать. Все вот театральные труппы. Все-таки оперный театр, он прекрасен изнутри, но там оркестровая яма, с которой надо мириться. Если ты играешь драматический спектакль, тебе эта яма вообще не нужна, она мешает. Если ты ее поднимаешь, то получается, что у тебя огромная авансцена возникает, которую тоже надо как-то использовать. Это не совсем удобно. То есть оперный театр, он у нас исключительно для оперы и балета идеально создан. А если брать другие площадки, ну, а что еще можно сравнить с Театром Камала? Тинчуринский маленький, наверное. Тинчуринский, да. Очень маленький, да, такой камерный у нас получился. Уникс – это Уникс, это концертный зал в первую очередь, это не театральная площадка. Вот и все, и мы приходим к тому, что Камала, он является и вместивым за счет балкона, и по технической начинке это то, что нужно. То есть его, конечно, построили не вчера, но до сих пор он очень хорош. Даже вот наш этот моно-мужчина с моноспектаклями, Гришковец, он просто даже не рассматривает других вариантов, кроме театра Камала. То есть все театралы серьезные, любят Камала. Спасибо. Так, друзья, есть ли вопросы? Пожалуйста, Юля. Хотелось бы уточнить, где еще эти спектакли были представлены? То есть помимо Москвы будут в Казани. То есть где гастроли еще у театра прошли? И если те же самые спектакли, то как их воспринимали жители тех городов? Театр с такими большими гастролями, я не уверен, где еще, кроме Казани, был. Потому что они любимы в Москве. Им очень удобно работать в Москве, собираться на эти спектакли. Каждый от своих проектов время от времени отлучается и собирается для этих работ. Для того, чтобы выехать, это все-таки серьезное занятие. И надо посмотреть на сайте театра, где они были, чехов.ру. У меня вот информации о таких больших гастролях, кроме Казани, на самом деле нет. И это здорово, что когда им 25 лет, мы тут нарисовались, и все это стало возможным. Спасибо. Так, вопрос от нашего Наджура, начинающего журналиста, Камил Закиров, пожалуйста. Да. Вы сказали, что туда можно вполне вести на спектакль детей, что ничего страшного, они там не увидят. То есть вы думаете, что спектакль будет интересный? Что они там мораль поймут? Спасибо. Ну, они точно будут смеяться, наверное. Ну, смотря какие дети. То есть я в 6 лет уже, ну... Так. Был достаточно развит. Вот. Кому-то может быть рано и в 50 идти на эти спектакли. Просто это комедия о людях, о жизненных ситуациях, о не со всех стандартных любовных ситуациях, о каких-то морально-этических вопросах. Ну, люди среди людей всегда рождают вопросы. Да? То есть это и зависть, и ненависть, и любовь, и страх. То есть все самые яркие качества людей там будут показаны. Ограничение по возрасту, оно все-таки касается таких работ театральных, которые вот часто бывают в Москве, когда любят режиссеры эпатировать обнажением, какими-то действиями актеров. Здесь театр классический, и такого ничего не будет. Здесь, потому что легко шокировать, обнажаясь или делая какие-то неоднозначные движения на сцене.
а попробую сделать это в нормальной одежде и среди нормальных декораций. Вот тут и начинается работа. Спасибо большое. Так, ну, коллеги, если у нас нет вопросов, то, в принципе, мы, наверное, будем завершать. Пришлось. Спасибо большое, Денис. Спасибо.